Ну а теперь мы скрестим в битве неубиваемый телефон Nokia 3310 и раскаленный нож. Делаем ставки, ребята, пишите в комментариях, выживет ли телефон или нет. Только ставьте видео на паузу, чтобы все было честно. Лично я не верю, что есть в мире сила, которая сможет убить этот телефон. В конце ролика мы это узнаем. Начинаем. Нож проходит сквозь пластик, как масло, но телефон кому-то звонит или звонит. И он, по-моему, кидает крик о помощи. Чувствую, что скоро приедут ко мне гости и отомстят мне за Nokia. Он все еще работает. Вы видели, он выключился. Я не верю. Он не мог так быстро сдаться. Он явно усыпляет мою бдительность. Я уткнулся в плату, в его хребет, и его не раскалить, не расплавить, не разрезать. Я перехожу к экрану, а он включился, он еще работает, да как так? Эх, радует, что он еще легко прожигается, а это не экран, это пластиковый кожух типа для защиты, а экран уже под ним, и он не прожигается, ну совсем чуть-чуть. Ребята, я старался как мог, жег, резал его и даже пару раз ударил. А теперь давайте проверим его на работоспособность. Это без комментариев.